Другий населений пункт за день. Російські добровольці захопили село Козинка в Білгородській області. Про це повідомили бійці Сибірського батальйону. А російський добровольчий корпус опублікував відео бою за цей населений пункт. Раніше, сьогодні ж, російські повстанці взяли під контроль населений пункт Горьковський на Білгородщині. Туди зайшов легіон «Свобода Росії». Відео опублікували в Телеграмі. На ньому бійці легіону знімають прапори з будівлі. Про події на російському прикордонні та про підсумки так званих виборів у Росії поговоримо просто зараз із заступником командира легіону «Свобода Росії» з військово-цивільної співпраці. Боєць із позивним «Цезар» з нами наживо. Добрий вечір. Честь имею. Чи підтверджуєте ви контроль над населеним пунктом Козинка? Яка загалом ситуація на російському прикордонні? Можливо, маєте новини, про які нам ще не відомо? Скажем так, я буду аккуратен в том, что касается контроля над определенными населенными пунктами. Не хочу давать противнику свежую оперативную информацию. География присутствия российских добровольцев на территории России расширяется. Мы не отступаем, мы продвигаемся вперед. Мы освобождаем новые населенные пункты. В течение недели мы контролируем значительную часть территории Белгородской и Курской областей. Срываем выборы нелегитимного президента Путина и показываем, что единственный путь борьбы с ним – это только вооруженный. Насколько значительные силы вам противостоят? Какую тактику используют? О деталях тактики не буду говорить. Противник учится, несомненно. Он делает выводы из своих поражений. Он использует более активно дроны, средства радиоэлектронной борьбы. Массированно применяет авиацию и реактивную артиллерию. Но это ему не поможет. Мы будем метр за метр освобождать нашу родину. И какую на данный момент вы видите концевую мету вашей військовой операции, яка зараз триває? Понятно, что это дело не ближайшего часа, не дело ближайших суток или недели, но наша цель – это освобождение всей нашей родины, полное уничтожение путинской диктатуры и построение нового справедливого свободного общества. У Києві сьогодні відбувся форум підтримки російських добровольців. Розкажіть трохи більше, чи були там ваші представники? Які результати цього форуму? Это очень важное событие для всех нас на самом деле. Мы видим, что сейчас, когда по всей России массово идут протесты во время процедуры так называемых выборов, когда мужественные люди заливают ящики зеленкой, поджигают их, взрывают, российская оппозиция расслоилась. У нас есть представители, которые вышли на полдень против Путина и, к сожалению, только легитимизировали его, увеличив количество людей возле предвыборных, возле участков, да, скажем так. И мы видим в данный момент, что все большее количество представителей российской оппозиции понимают, что путь вооруженной борьбы единственный, который сможет привести к реальному результату. Марк Фейгин, Иван Тютрин, Гарри Каспаров, все эти люди, они сейчас поддерживают нас. И вместе с нашим фондом 2402 они начали работу над тем, чтобы максимально информационно и финансово поддержать русских добровольцев, которые на фронте борются с путинским режимом. Власне, Путін звинувачував, що ваші підрозділи намагаються зірвати ці псевдовибори. Як ви можете це прокоментувати? Мы не считаем его легитимным президентом, мы не считаем эту процедуру законной абсолютно, поэтому мы, естественно, делаем все для того, чтобы она не прошла. Он уже нарисовал себе цифры, и закономерно, что эти цифры превышают его предыдущие показатели в прошлые годы. Развязав кровавую, несправедливую войну, произведя полномасштабное вторжение в Украину, он должен показать, что общество его поддерживает. Но как население России, так и его союзники, автократы, такие как Китай, Северная Корея, Иран, они видят, что власть его шатается. Я вам дякую за ваш час і нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був заступник командира легіону «Свобода Росії» з військово-цивільної співпраці з позивним «Цезар».